семье 34-летнего Джигана, Дениса Устеменко-Вайнштейн, и 31-летней Оксаны Самойловой произошло пополнение. У пары появился на свет долгожданный мальчик, который стал их четвертым ребенком. Рэпер сам сообщил радостную новость и показал трогательное фото с новорожденным малышом. Музыкант в медицинском халате, шапочке и маске держал на руках крошечного младенца. Счастливый отец также рассекретил имя наследника. Дэвид Денис Остеменко. 18.02.2020, написал Джиган в Инстаграм. Оксана пока не выходила на связь с поклонниками. Самойлова рожала в США. Многодетная мама заранее знала, что ей будут делать кесарево сечение. Малыш мог бы появиться на свет раньше, но не спешил знакомиться с родителями. Оксана жаловалась, что уже устала ходить беременной. Поклонники желали ей родить 20 февраля, чтобы получилась красивая дата, но ребенок неожиданно для всех родился сегодня. У супругов также подрастают три дочери Ариэла, Лея и Майя. Беременность стала для пары счастливой неожиданностью. Самойлова в положении вела активный образ жизни, путешествовала и откровенно рассказывала о своем состоянии. Многодетная мама так хотела поскорее родить, что начала терять вес.